Александр Рыбак. Номер 20. Норвегия. Fairy Tale. Сказка. Сказка. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. Что творится залом. Это второй раз такой успех. Первый раз был у Сакиса Руваса. Ха-ха. Нет, дело в том, что здесь-то не только норвежская делегация, но вообще весь зал действительно аплодирует, машет флагами. А почему? Потому что Александр свободно говорит по-русски, так как родился в Беларуси. В 4 года его родители увезли будущую звезду в Норвегию.